Я сейчас опять готовлю котятам кушать. Я вот такой вот опять купила пакетик. Именно паштет. Пока паштет, потому что они еще жевать особо не могут. Я половинку выдавливаю, потому что они много еще не едят. Размешиваем хорошо. Я добавляю немножко водички еще, чтобы оно немножко по такой жидкое было. Больше так нравится. Густое еще тяжело им кушать. Вот сейчас приготавливаю все и буду кормить их. Вот так. По мере необходимости водички я еще добавляю. Идем, 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 мои золотые. Сначала вот понемножку их. Ну-ка, давайте, давайте, давайте. Вот уже то сразу начинает. Кого еще надо направить, куда надо. Вот им сегодня уже месяц. И они уже практически могут кушать сами. Вот они больше жидкость высасывают. Я им иногда периодически подливаю водички. Немножко жидкость была, и водичка им уже нужна. Они еще сосут маму, еще сосут. Ну вот я их два раза в день подкармливаю. Как я уже говорила, я начинаю по чуть-чуть совсем, почти неделю вот по крошечке. И вот уже 2 или 3 дня я им уже вот так вот даю. Вот они так вот по чуть-чуть, потихонечку там что-то кушают. Ну и вот почти они все доели. Была почти тарелочка вся. В принципе, вот пол пакетика они уже съедают. Да, киски? Ну, еще подъедаешь. И вот так я их пока 2 раза в день кормлю. Поэтому мы вот тут постоянно начали, пока они еще сосут, поэтому мы уже начали прикармливать, чтобы оно вместе как бы с материнским молоком хорошо усваивалось, чтобы был не резкий переход вот на такую, на другую пищу. Одним молоком далеко не уедешь. Куда вот таких 5? Это невозможно выкормить. Где столько молока взять им? Хоть она и кушает 4 или 5 раз даже вот в день, столько помного ей даю, и все она съедает, ест, ест, ест.